Всем доброе утро! Вы находитесь на канале Елена Ермакова. Сегодня мы вам хотим показать прекрасный завтрак, который состоит из чесночных стрелок, те стрелки, которые мы выбрасываем. Сюда надо будет 3 яйца и растительное масло. Получается вот такое прекрасное блюдо, которое моя семья обожает. Всем очень нравится. Моем. Режем. Вот такими кружочками. Такими кусочками. Растительное масло. Сюда наши порезанные наши стрелки чесночные. Пока жарятся чесночные стрелки, порежем туда чуть-чуть шпината, немножечко шпината и немножко укропчик. Добавляем шпинат и укропчик нашим чесночным стрелкам. Подсаливаем. Яйца туда. Все это перемешиваем. Еще чуть-чуть подсаливаем, потому что яйца у нас не соленые. Немножечко перчика. И закрываем крышкой минут на 5. И все, и можно кушать. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита. Друзья, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, хорошего утра и хорошего дня.